что будет? Будет ты дерганый такой. А ты что, хочешь качнуться или что? А ты можешь качнуть меня? По закону, да. Ну давай. А ну сыпнись еще. Сыпь. Да сыпайтесь вы. Что будет? Удостоверение. Лунин Антон Александрович. Еще раз говорю, угомонись. Что ты делаешь? Не ты, а вы. Я вас ознакомлю с удостоверением. Да это я буду решать. Покажи, что ничего у тебя там. Не будете решать. Какая у тебя рота? Лицо мне не светите. Рота какая у тебя? Вторая. Не светите мне в лицо, уважаемый. Рота какая? Я говорю, не светите мне в лицо. Рота какая? В лицо не светите. Что ты делаешь? Ты слышишь или не что? Не ты, а вы. Я подошел как? Культурно я общался? Со мной? Да даже с тобой я культурно общался. Пацаны, что вы делаете? Пацаны, да, вы пока еще пацаны, потому что я не увидел твое службовое посвящение, понял? Удостоверение свое продемонстрировал. У меня есть видео. Где ты показал его? А я с ним ознакомился? Я вас не ознакомливал. Вы же не хотели ознакомливаться. В смысле? Человека ознакомливаться. 18.3 тебе ни о чем не говорит? Не тебе, а вам. Я говорю, пока тебе. Это себе вы говорите. Я говорю, пока тебе. Покажи службовое посвящение. Я уже показал. Кому? Продемонстрировал. Службовое посвящение. Продемонстрировал, покажи. Повторяю. Я говорю, покажи службовое посвящение. Я уже ознакомливался. Ты дурак, я тебе вопрос задаю. Может, это ты дурак? О, нормально. Что ты нормально? Ну, а что, а как вы общаетесь? А как ты начал стартовать? А как вы общаетесь? Как ты начал стартовать? Кто вы? Вы кто? Да тебе должно дрочить, кто я. Уважаем. Ну так аналогично, у вас такая ситуация. Ты как начал быковать со мной? А вы как начали говорить? А ну сыпнись еще. Сыпь. Да сыпайтесь вы. Что будет? Ну увидишь, что будет. Ну сыпнется, ну дальше что будет? Ну увидишь, что будет. Ну и что? Ну увидишь, что будет. Ну и что будет? На, сыпнулся. Хули ты дерганый такой? Да так, так же, да как на и тебя вы. Аллергия. Что на что? Меня аллергия. Нет. Рота, батальон, я говорю, фамилия, нет, как твоя? Какого перепуга надо его делать? Я говорю, рота, батальон и фамилия. Уважаемый, вы кто? Фамилия, я что, докладывать ваша должен или что? Ну вы общаетесь. Я удостоверение. Ты полицейский? Кому вы показали? Я демонстрировал. Ты полицейский или кто? Хорошо, фамилию представь. Лунин моя фамилия. Я вам демонстрировал удостоверение. А, подожди, это Лунтик. Ядрить матрить. Это то, что ты на Героев Труда там быковал. У тебя ядрить. Память хорошая. Конечно, молодец. У меня на таких дебилов, конечно, память хорошая. На таких, как ты, аналогично. Ты меня дебилом обозвал? Ты сам себя обозвал. Я тебя обозвал? Ну не я же. Ты уверен? Да. Просмотришь дома. Покажи мне свои... видео в очередной раз, ты целиком выкладывай. Да я решу, что мне делать. Покажи мне службовое посвящение. У тебя уже есть мое посвящение. Я говорю, 18.3 выполни, пожалуйста. Уже выполнил. Кому? Ты пропустил. Кому ты показал? Выполни 18.3. Вы можете быть свободны, документы, если что. Водитель, подождите. Документы а где? Да как я, что вы решаете? Можете быть свободны. Вы кто? Я документы вижу, верну. Что вы решаете? Вы кто? Приди, забери документы, скажи, отдайте. Сейчас. Поинтереснее будет? Конечно. А ты что, хочешь качнуться или что? А ты можешь качнуть меня? По закону, да. Ну давай. Но я тебя качну по закону, чтобы ты понимал, давай. Понимаешь? Давай. Ты что, умный такой или что? Да не глупый, блин. Документы. Отойдите от служебной машины. От служебной машины. Тихо, тихо, руками, руками не трогай. Руками не трогай, я говорю. Руки, говорю. Тихо, тихо, ломай. А ну, давай. 45. А ну, давай, примени. Применю. Примени. Применю. Службовое посвящение. Применю. Службовое посвящение, я тебе сказал. Я говорю, показывал же вам. Кого ты показал? Службовое посвящение. Покажи, я тебе сказал. Вы кто? Я говорю, документы верните. Вы кто? А вы охеревший, ты посмотри. Кто такой? Попу. Снимать не надо. Я говорю, покажи по службовое посвящение. Смотрите, не накажу. Я говорю, службовое посвящение. Будешь дома говорить. И я говорю, службовое посвящение. С проезжей части переместитесь. Забыл тебя. Ради всей же безопасности. Забыл тебя спросить еще раз. Пройдите с проезжей части, вам сказано. Я говорю, службовое посвящение. Я говорю, не надо снимать. С проезжей части. Перейдите с проезжей части. Я не хочу, чтобы проезжей части. Будешь дома не хотеть. Есть 19 статья Конституции Украины еще раз. Можете Конституцию, я тоже знаю. Я еще раз говорю, показал свое службовое посвящение. Вернул, забери свои службы. Забери свои. Документы, подойди, забери документы. Нет, не отдаю, просто верни. Документы верни. Забирай документы, забирай. Документы верни. Документы, говорю, верни. Сейчас пообщаемся, верну. В смысле пообщаемся? С вами, с кем? Со мной пообщаюсь? Ну да.
Вызывай подкрепление сюда. Сейчас вызываю. Давай, красавчик, давай сюда. Ну как, вот ты как вот нормально разговариваешь? Это ужас, это трэш такой. А что, нам нужна была помощь? Я говорю, документы вернуть. Или вам была нужна помощь? Ему нужна была помощь. Что нужна помощь данный раз? Вот я хочу знать, в чем? Да слышь, ты бы ему сейчас постановление за лампочку выписал. Серьезно? Да. Сейчас поговорим. Пойдите. Поговорим. Да. Документы верните. Требуйте документы. Я еще требую, ну что, вы еще отдали. Ребята, ну давайте документы, я поехал. Ну что, документы человек требует. Все, водитель, смотрите, ведется видеофиксация у меня, вот у данных граждан, они активисты, помогают водителям, которых обижают сотрудники патрульной полиции. Красавчик. Разъясните ситуацию, мне вот просто, все как было, без вранья, без всякого. Документы я вам сейчас... Все, я сейчас общаюсь. Документы верните для начала, а потом он разъяснит ситуацию. Документы, он заложник вашей ситуации. Че, о чем? Документы у вас. О чем? Еще раз, верните документы. О чем вы говорите, какой заложник? Документы почему у вас находятся? Он уже у вас не присутствует, вы это видите? Да ё! Ну постучи ему нормально. Вот этот трещняк, вот этот трещняк. Ну я, открой машину. Это он не может попасть это в машину. Лунин, открой Лунину, ё-моё. Это Лунтик. Это Доки, передай все. Доки, водители. Документы, Доки, да, ё-моё. Вот потерянный, не поймёт, что ему делать. Давай, да не выпадай на измену. Ваши документы? Все наличие. Вызывай сюда командора своего. Подождите, 2 секунды. Расскажите, как было дело? Да это мы сами... Командора, вызывай сюда. Так кого надо вызвал? Вызвал уже? А, Тор вызвал? Да, всех ну, вот, вот, красавчик. Расскажите, пожалуйста. Расскажите. Не горела лампочка? Так. Сказали что-то самое. Попросили документы и устранили. Так. Говорю, у меня лампочка есть в базе. Сейчас дальше как было дело? А документы зачем вы забрали? В смысле забрали? Ну документы как? Ну, забрал. Понятие различаете? Забрали, водитель предоставил. Документы где ваши были, водители? Где? У меня в салоне. О, ну, а почему еще они? Одни а подтянулись. На что запрещают мне их руки взять и проверять их в салоне? Чем запрещают? Это не сидите мне в лицо. Это вы считаете нормально? А что, это нарушение законодательства? Водитель, вы мне в добровольном порядке передали? Да. Или я вас их забрал? Да потому что он не знал, что можно не передавать. Нет, да вы не стесняйтесь, вы говорите, как они. Не, не забрал, не, они просто продали. Не срос, документы. Не срос. Молодой человек, а вы знаете, чтобы вам бы вынесли бы постановление, если бы не вы сейчас, даже если вы устранили, и все, вам бы дичь бы втирали бы. И рассказывали, что вы прилюбили вас. Водитель, а подскажите, вот, как было, скажите, я сказал, можете на месте устранить, правильно, так было? Да. Ну, помощь свою предложил, стоял с фонариком, светил. Да. Ну, красавчик. И для этого хотел составить постановление, стоять, светить фонариком. Красавчик. Но не срос. Вот, ну не срос. Да, что не срос? Проверяю страховой полис, не срос. Знаю этот сам. В чем мне срос? Ну что ты, я тобой займусь вплотную. Не ты, а вы. Я говорю, тобой займусь, потому что, во-первых, ты сейчас не показал. Занималка у тебя не выросла. Ты уверен? Уверен. Насколько ты уверен? Давно уверен. Насколько ты уверен, говорю? Я тебе говорю, у меня какой-то появится к тебе интерес тогда, когда ты хотя бы один видос, вот этот даже, выложишь целиком. А ты режешь постоянно. Давай я на две его части разделю и выложу полностью. А что на две? И народ а насколько тут будет две части? Целиком, просто. Один видосик. Не получится так. Почему? Будет две части. Чего? Неинтересно людям смотреть. Понимаешь? Неинтересно. А, тут есть... Конечно, я шоу-бизнесе, понимаешь? Мы в шоу-бизнесе. Вы мои актеры. Ты зарабатываешь. На этом все. Да, уже ж тебе сказали, я на этом бабки зарабатываю. Тебе кто-то мешает об этом. Я же думал, что ты заботишься. Водитель уже, все, вам спасибо. Следи за тем состоянием. Мы просто претензии к полиции. Скажите, пожалуйста. Вызывай сюда командора. С какой целью? Вадик, подожди, Вадик. Реально помогли вы? Да. А чем они вам помогли? Ну подожди, я общаюсь с водителем, не с вами общаюсь. Ну общайтесь, общайтесь. Что? Постоянно перебивали. Скажите, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставим лайк и все. Да ладно, все, езжайте, все нормально. Сейчас, все, шли, вот, а сейчас мы ему мозг выебим и так. Да тут уже хватает, а что ты так много наехал, а? Ну ругайся ты, ну уже остались, уже на публику незачем играть. Ну уже не в смысле, что я выебу, ты уверен? Ты ну ты уверен? Вот еще один красавец попался. А у меня камера так светит, что я могу сделать? В сторону держи, у меня нету пока месть оператора. Когда будет у меня оператор, будет оператор. Я же по-нормальному говорю. И я тебе по-нормальному. Не светишь мне глаза, я не свечу тебе. Еще раз говорю, я не специально, я камеру уже вверх поднял, чтобы ты понимал. Ну ты мне глаза светишь. На, Алекс,
Только снимай нормально, смотри, чтобы в кадре чтобы был. Чтобы я был красивый в кадре. Да, да ты и есть красивый. Да. Покажи службовое посвечение. Я что-то предоставлял. Я тебе еще в четвертый раз повторяю. Давай. Я не знакомился, ты мне конкретно не показывай. Покажи, пожалуйста, службовое посвечение, чтобы я знал, с кем я общаюсь. Кто ты такой? Ты может, ты не... Да то, что я узнал, я оставлю дома. А сейчас я пока тебя не узнал. Хочешь были воспоминания? Да, конечно, они будут освежены. Все, нема пытания. Просто уже один дерзкий такой был. Пожалуйста. Покажи нормально, я не вижу ни хрена. Лунин Антон Александрович, инспектор УПП в Харьковской области, 3-0. 5953, вот звонок. Да, еще раз. 3-0. 5953. Все, зафиксировали? Замечательно. Конечно, зафиксировали. Будете меня прославлять, да? Это первое. Ага. А второе... Ой, подожди, Вадик, здесь мне еще по лету Оскара обещал вручить. Лето закончилось, год закончился, Оскара нема. А говорил слово. Послушай. Инспектор очередной Оскар идиот. Оскар получит, знаешь, когда? Ну. Когда фильм наберет несколько драк. Тысяч... Просто поехали. Петрович нет, ДТП. Нет, Петрович ДТП, переобулись и убежали. Девушка, у вас тоже. Красивую девушку надо обязательно снять. Хорошо? Ты видел, блядь, как он разговаривает? Ну так посмотри, как он разговаривает. Я конкретно тобой, мы займемся вплотную. Серьезно? Да. Чтобы ты в следующий раз... Ты такой уверен? Подожди, из-за того, что ты мне сказал, моя реакция какая должна быть? Я должен стать труситься? Так ты... Я тебе сказал, бойся. Не, ну ты говоришь, я с тобой займусь плотно. Я должен это воспринимать ты, как ты, внимание ты видел себя, как стороны? Ты вообще со мной разговаривал? Ты видел, как разговаривал твой коллега, который с тебя пример брал? Я с тобой как надо по-особому разговаривать. А я как с остальными гражданами? А как я подошел? Уважительно, прежде всего. Олег, как я подошел? Нормально представился. Культура. Да, здрасте, здрасте. Вот это вот ты под... А твой бык начал тут брать. А кто ты такой, а что ты хочешь и все такое прочее. Вот этот бык. Он не мой, во-первых. И не твой напарник. Он не бык. Он же, мы не на сельскохозяйственной базе. Там, я базе думаю, мы в селе. Мы в селе. Это твое мнение. Понимаешь? Хотя Харьков большой деревней называют. Ну, может быть. Ну, итог какой? Итог? Суть тебе, что не понравилось, как с тобой общаются? Почему я нормально общался, а ко мне относятся по сходу? Нет, так не сказал. Ко всем стараемся одинаково. Ты был там, а я был здесь. И я общался с твоим коллегой. Не видел всей ситуации. А я тебе объясняю. Он мне начал глупые вопросы. А кто я, а что я? И все такое прочее. Ну. Понимаешь? Вызывайте сюда почему-то. С какой целью я буду вызывать? Но если он меры не будет принимать, значит, меры в отношении чего? Меры в отношении чего? В первую очередь вашего, да, вашего состава. Нема питания, Шевченко 315. Смена заканчивается, на 26 личных будет ждать. А не будет на 26. Так и он не будет сюда ехать. Не будет ехать? Конечно нет, у него работа есть. Нет. Ехать, потому что кто-то хочет, чтобы он ехал. Товарищ инспектор, я считаю, как достойный инспектор извиниться перед гражданами Украины за недостойное поведение инспектора. Я же просил не светить мне в лицо. Ну как мне лицо? Какое же лицо он светит? Ну светите мне, хорошо. Хорошо, будем вот так. Хорошо, хорошо, вот так. Ты зря это делаешь. Почему? Вот так полиция ведет себя. Вот так граждане ведут себя. Ты зря себя так ведешь. Как так? Ну вот так. Я тебе в ту ситуацию объяснял, не веди себя как быдло. Какое быдло, ты о чем? Ну ты ведешь себя как гопота. Это ты мне рассказываешь? Это я тебе рассказываю. Ты мне с кем-то путаешь. Уверен? Конечно. Во сколько ты уверен? В процентном соотношении? Конечно. Я думаю, что ближе к 100. Я думаю, нет. Ну это твое мнение, а мне свое мнение. А свое мнение ты тоже можешь оставить дома. Твое мнение я свое мнение вожу с собой. Твое мнение я ставлю там, где я считаю нужным. Твое мнение мне не понадобится в отношении моего мнения. Я тебе просто буду говорить, понимаешь? Ты можешь говорить все, что хочешь. Поэтому сел свою бричку и смотался. Ты разрешил мне, да? Да. Контент готов? Конечно. Все, огонь. Это приказ. Конечно, будет. Ставим лайки, берем дискуссию. О, вот это совершенно верно. Правильно сказано. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я знаю. Оскар будет потом, я тебе тоже вижу. Оскар, ждем Оскар. Мы еще встретимся на следующем ночи. Спасибо. Сели свою бричку и смотались. Я тебе так и буду отвечать. Как ты отреагировал, так и я буду. Ну хорошо, хорошо, я понял, понял. Конечно, я буду колесить. Петрович ДТП, Петрович уехал. Давай, свалил отсюда.
Ну давай, ты сказал, у тебя вызов. Включил поворотник и смотался отсюда. Никого нету сзади, я уже посмотрел. Да, я скажу пару слов. В общем, народ, вы сами все видели. Как общался данный инспектор, один и второй. Я вел себя корректно. Потом, как обычно, меня попросили все по нарастающей, я так и сделал. Но с такими вот пылами мы будем по-быдляцки общаться. Поэтому, друзья, сегодня у нас веселая ночь. Мы сегодня многим людям помогли и будем помогать, кстати. Ну а вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а мы едем дальше с моим коллегой колесить по ночному городу. Все, пока.